Здравствуйте! С вами программа «Мир вашему дому». Вознесенский кафедральный собор – главный храм Кузнецка и Кузнецкого района. Сотни людей приходят сюда помолиться и принять участие в церковной жизни города. И многие помнят деятельного, заботливого и милосердного священнослужителя, на плечи которого выпал нелегкий труд восстановления Вознесенского храма, разрушенного в годы советской власти. В этом году исполнилось 8 лет со дня кончины настоятеля Вознесенского собора отца Николая Гудкова в монашестве Феофана. Воспоминаниями о нем мы поделимся в нашей программе. Многим памятно это имя – отец Феофан Николай Гудков. Именно он в 1990 году стал настоятелем Вознесенской церкви. Невозможно переоценить его труды по восстановлению храма. С раннего утра и до ночи он на работе и служит, и строит. В 1993 году было совершено освящение храма архиепископом Пензенским и Кузнецким Серафимом. Но восстановление собора – это лишь малая толика его заслуг. За 15 лет служения отца Николая сотни и тысячи верующих стали наполнять возрожденный собор. На памятной встрече, посвященной отцу Николаю, кузнечане и священнослужители делились своими воспоминаниями о батюшке. Он принял меня и стал учить всему. Разумно не взял меня в собор алтарничать, оставил в Трахнетове работать, и уже оттуда, прям из леса, буквально, вот честное слово, отвез меня на рукоположение в диаконы. Все произошло очень быстро, и всегда был рядом с ним. Я так думаю, что все равно Господь нас ставит туда, куда Он считает нас нужным, и именно в ту среду, где мы можем научиться чему-то. И я Бога благодарю, что вот Господь меня привел на свою родину и привел рядом служить с иеромонахом Феофаном, отцом Николаем. Всю свою жизнь отец Николай отличался скромностью. Он получил богословское образование в Московской духовной семинарии. Часто цитировал священные писания и особенно апостола Павла, которого он, видимо, больше всего любил. Весной 2004 года, когда отец Николай тяжело заболел, он изъявил желание принять монашеский постриг. По благословению архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета 26 августа 2004 года в Иоанно-Богословском мужском монастыре в Саранске отец Николай был пострижен в монашество с именем Феофан. Человек невысокого роста, худенький, с острым морщинистым лицом, но неизменным ярким блеском в голубых глазах и теплотой, льющейся от каждого его движения, спокойствием, охватывающим душу каждого, кто приходил к нему в час скорби. Все это притягивало к нему детей, мужчин, женщин, совсем древних старичков и седых, согбенных жизнью старушек. Каждый хотел высказать ему свои проблемы, хотел получить от него утешение. И что совсем удивительно, при всегдашней занятости батюшки каждый получал свою порцию внимания, утешения, доброго слова или просто улыбку. А отец Феофан снова бежал по делам. Не по своим, конечно, по делам собора, ведь именно им он и жил. А дела в нем находились всегда. То там потекло, то тут осыпалось, то просто хотелось придать собору еще более нарядный вид. Вот и находилась работа. Да и на службе он не позволял расслабляться ни себе, ни другим. Часто можно было услышать, как он делает замечания кому-нибудь. И вовсе не потому, что был излишне придирчив. Просто он любил, чтобы все в богослужении было идеально. Просто он горел на работе и от священнослужителей требовал того же. Моя юность прошла как раз под его началом. То есть я учился в школе, приходил на богослужение. Мне выпало счастье находиться в алтаре в момент совершения богослужения. И я видел, как отец Феофан искренне и горячо молился перед престолом Богу, как он возносил молитвы за всех прихожан, за то, чтобы Господь помог восстановить этот храм, которым мы сейчас молимся. Конечно, трудно оценить его труды, но он делал многое. И он не только восстанавливал храм, но он восстанавливал и зажигал сердца людей верой, которой горел и сам.
Осознавая то, что за времена атеизма люди подрастеряли свое поколениями накопленный духовный опыт, отец Феофан никогда не корил прихожан за их внешний вид, за неправильное поведение. Он, наоборот, всячески старался помочь людям, только начинающим свой путь к Богу. Он не принуждал своих собеседников идти в храм, но он заставлял их серьезно задуматься о многом – о жизни, о Боге, о семье, о судьбе страны и о бедах, обрушившихся на нее. Трепетно относился он к военнослужащим и детям. Ни в одной просьбе он не мог отказать. «От добра добра не ищут», утверждает народная мудрость. И хотя, как известно, народ редко ошибается, и отца Феофана действительно нередко обманывали, он не потерял веры в людей, вновь и вновь откликался на людское горе, на просьбы о помощи. Вновь и вновь он изыскивал не способы отказать, а возможность действительно помочь. Как настоящий православный человек, при своем небольшом достатке и необходимости содержать свою большую семью, у батюшки шестеро детей, он всегда старался помочь не только морально, но и материально. Многих поражало его желание помочь всем и каждому не только в духовных вопросах, но и в житейских. Не раз батюшка помогал материально бедным венчающимся, вручал им конверт с деньгами. Иногда отец Феофан, совершая некоторые таинства и требы на дому, видел затруднительное материальное положение духовного пациента. И тогда, вместо того, чтобы брать плату за требу, он сам давал деньги нуждающемуся. Я видел несколько случаев, когда отец Феофан даже снимал с себя верхнюю одежду, если у него не было с собой денег, и отдавал просящему у него помощи. Это вот действительно он поступал так, как поступал его святой покровитель, святитель Николай Чудотворец. А сколько душевного тепла, внимания и заботы отдавал батюшка воскресной школе. 8 лет назад детей в ней было 15 человек, а сейчас около 250. Несмотря на все финансовые трудности, связанные с восстановлением храма, он оборудовал 3 классные комнаты, заказал мебель, приобрел книги. Ему всегда так хотелось чем-то удивить и порадовать воспитанников школы. Вспоминаются те замечательные годы, которые я провел в воскресной школе. И всякий раз, когда отец Феофан приходил к нам на занятия, мы его встречали очень радостно, с улыбками на лице. Он всегда с собой приносил какие-нибудь подарки, сувениры. И как нам было приятно получить от его рук какой-то небольшой подарок. И главное, это не подарок был для нас важен, а дорого было внимание, которое оказывал отец Феофан каждому из нас. Он любил каждого ребенка, каждого человека, который обращался к нему. И вспоминается, что очень часто мы ездили в паломнические поездки. Во время этих поездок он сам проводил экскурсии, сам рассказывал очень поучительные, занимательные истории. И почти в каждой поездке угощал нас мороженым. Вот это, вот, конечно, очень так осталось в памяти, что вот такой был милосердный. В своих проповедях он не обличал верующих, а старался донести Слово Божие, поделиться с ними любовью. Говорил он тихо, просто, но действие его слов было совершенно необыкновенным. Каждому, кто хоть раз с ним общался, кто просил у него благословения, кто видел его улыбку, дарил он частичку своего сердца, своей души. И вот сегодня быть наставником для нашего светского мира, монаху спасти самого себя, спасти окружающих, очень сложно. Это подвиг, который несет монах не только во время своего богослужения, несет в богослужении, несет в течение дня в мире и несет этот подвиг в своей келье и в своем заточении. Отец Феофан был энергичным человеком, и люди думали, что он не устает, а он, конечно, уставал, поэтому и жизнь свою прожил стремительно, быстро. Иеромонах Феофан отошел ко Господу, отдав служению Церкви Христовой 27 лет жизни. 12 апреля 2005 года в Вознесенском соборе в Кузнецке, где отец Феофан до последнего часа своей жизни был настоятелем, было совершено отпевание усопшего.
Чин отпевания совершал архиепископ Пензенский и Кузнецкий Филарет в сослужении 50 священников Пензенской епархии. Сотни прихожан провожали в последний путь в родной город Аркадак своего доброго пастыря. Просто физически ощущается его присутствие. Его быстрые шаги, развивающиеся ряса. Его тепло до сих пор помнит Вознесенский собор. А как же иначе? Ведь он столько вложил в него. Вечная ему память. Наша программа подошла к концу, и я прощаюсь с вами. До новых встреч. Мир вашему дому.